Привет. Привет. А это мой парень. Здравствуйте. Ну, мне пора уже, я пойду, хорошо? Пока. Это кто? Да мой бывший. А. Давай сразу договоримся. Ты меня продлеваешь или нет? В смысле продлеваю? Я уже заплатила. И вообще, я заказывала парня славянской внешности. Ой-ой-ой, слушай, у меня тут неподалеку заказ. Ты либо продлевай, либо я пошел. У меня нет денег. Давай, иди отсюда, иди. Ну подумаешь, изменил, ну что такого? Ну что теперь, крест что ли ставить на нем? Ну да, да. Нет, я его сегодня не видела. Угу. Ну ладно, давай, пока. Простила его. Ага, сейчас. Б бесит. Бесит. Б бесит. День рождения, это тебе! Красные штаны, спасибо. Пойду положу их. Ты что, их не померишь? А, ну, я попозже их померю обязательно. Она вообще-то на них 3 месяца зарплату откладывала. Ты что, хочешь нас обидеть? Нет, конечно нет. А, сейчас примерю. Какие крутые штаны! Давай фоткай ее. Да не надо фоткать. Надо выложить в Инстаграм. Точно. Не, только не в Инстаграм. Загрузилась. А теперь пошли гулять. Сейчас я только пере... Пере чё? Передвину кресло. Смотри, какой красавчик! Беги к нему знакомиться быстрее! Сгори, сгори, давай, знакомься! Давай. Будет знать, когда Рит нам отправит ценные подарки. Вот такая песня. Слушай, ну супер вообще, я не думала, что так классно поешь. Офигенная песня. О, девчонки, сейчас, смотрите. Вот сделала себе фотосессию, как вам? Такая ты фотогеничная, прям да, фотки бомба. Очень, смотрите. Блин, я ж печенье купила, сейчас принесу, подождите. Ужас, просто, ты посмотри, это же кошмар какой-то. Девчонки, печенье угощайтесь. Слушайте, я же себе платье купила. Какой у тебя вкус? Оно бомбическое! Померяй срочно! Боже мой, что это за отстой? Ни вкуса, ни фантазии. Боже мой, какая ты принцесса! Правда? Да тебе не идет это платье! Зачем говоришь такие вещи? Так ты только что сама это говорила! Я? Да ты просто мне завидуешь! Да-да-да! Такая ты, Карина, конечно, лицемерная! Да пошли вы! Вот стерва! Голос у меня совсем нет. Песни отстой! Подожди-ка! Я же у себя дома! Я в душ. Хорошо, я пока твою рубашку поглажу. Это же его любимая рубашка. Я рубашка. Как ты могла? Да просто куплю новую. 100 рублей. Выкину в окно. Сосед нашел это под нашим окном. Как ты могла? Кажется, я знаю, что нужно делать. Дорогой, может быть, ты сегодня никуда не пойдешь? Всегда прокатывает. Минуточку внимания! Минуточку внимания! Сегодня я хочу вам сообщить страшную тайну. Да, мой внутренний голос
тоже картавит. Да ладно? Я так и думала. Очевидно. Я знала, да? Очевидно. Мы разного возраста. Вот такой ведь бред, а? Ну да. Вот мне 18, тебе 30. Ничего, общаемся же. Мне 25. Да пофигу, пошли, нас уже ребята ждут. Эшкере, братан, hey, what's up, guy? Ты что, дебил, что ли? Ты как выглядишь? Эй, Ника, ты же сказал, что мы сегодня идем на совместное свидание своей девушкой и ее подружкой. Я решил одеться как тинейджер, yeah. Давид, тебе 30 лет, ты себя ведешь как 15-летний пацан. Мне 25 вообще. 25, 30, какая разница? Пойдем. Цветы эти тоже убери. Слушай, Миш, а ты слышал новую песню Элджея? Ну-ка, включи. Летим на Сузуке быстрее от скорости звука. Вы что, не знаете, кто такой Элджей? Конечно, знаем. А кто это? Ну, понятно, понятно. Ну, это как вот в это ваше время, руки вверх. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Ну, это нормально. Вам же 30. Нам 25. И вообще, что мы тут сидим, как малолетки? Пошли в ресторан. Пойдем. Баба, а скоро лето. Чего мы живем-то? Надо худеть. Так, Арина, гугли, как быстро похудеть. Что ты жрешь? Так, похудеть можно быстро с помощью бега. Бегать легко. Погнали. Нет. А сейчас похудели? Нет. Ну а сейчас-то мы уже похудели. Нет! Блин, девочки, это очень долго. Не могу, надо что-то другое гуглить. Давай. Гуглю. О, похудеем с помощью диеты. Точно. Точно! Баба, я больше не могу это жрать. Я тоже не могу. А мне нравится. Колбаса? Серьезно? Да, девочки, гуглим другой метод. Вакуум. Вакуум нас спасет от жира. Погнали. Изабель. Раз, два, три. Ой, мне что-то нехорошо. Все испортила. Так, еще есть метод. Да. Слабительная. Фу, ну ты как? Похоже, полегче стало чуть-чуть. Водички? А, да, спасибо. Ой, ой. Ой, 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 ой. Слушай, эта стерва все равно из нас самая худая. Пусть прострелится. Алло, Маш, привет. Слушай, может погуляем? Не можешь сегодня? Алло, Катя? Занята. Алло, Настя? А, уехала. Ладно, дома сегодня посижу. Не можешь сегодня, да? Ну ладно, хорошо, пока. Ну и нафиг они нам все нужны, да, Доня? Погода на улице хорошая, мы с тобой вдвоем погуляем. Чего? 10 лайков? Серьезно? 1500 лайков! Вау, вот это класс! Алло, Кать, слушай, я тебе хотела сказать, меня парень бросил, представляешь? Офигенно с подругой поговорила. Самый преданный пес. Вот с тобой всегда можно поговорить. Как хорошо, что ты у меня есть. Блин, столько вкусняшек, а я на диете. Так хочется съесть хотя бы одну конфеточку. Я на диете, мне вкусняшки нельзя. Зато тебе, Тони, можно вкусняшку. Эх, посмотри хотя бы, как ты ешь вкусняшки. Не проститутки меня, ну что же ты делаешь? Ну куда ж мир-то катится? Мама, можно не кричать? Я тогда по работе разговариваю, очень важный звонок. Так может мне вообще в гроб лечь, что вам тут никому не мешает? Да сколько можно? Ты вообще все замолчись, я к экзамену подготовиться не могу уже. Так, ну зачем так нервничать? Сейчас разберемся. Мать тебе быстро поможет к экзамену подготовиться. Тогда чему ты можешь научить-то, а? Как три раза неудачно выйти замуж? А вы, мама, можете научить, как ни разу не выйти замуж и дочь без отца расти, да? Я не замуж собираюсь выходить. Я к ЕГЭ готовлю. Ты посмотри, а? При матери с бабкой матом ругается. Мама, ЕГЭ – это единый государственный экзамен в школе. Да. Чё? Чё вы там мне своими вот этими накачанными дверьми-дверьми-дверьми вот это? Мама, не начинайте. Это модно. В наше время было модно быть умными, а чтобы вот здесь было больше, чем вот тут вот даже. Мама! Бабушка, вы мне мешаете! Ну чего нет? Понимаете? Ну так вся в меня. И мама. О, ты выходишь замуж, это так мило. Мы так рады за тебя, ты не представляешь. Девочки, а может быть бокальчик за невесту? Конечно! Алло, свадьбы не будет, я так сказал, пока! Заново! Еее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 eee